далекие времена в глубинах Вселенной зародилась галактика. Галактика IBM. На протяжении многих лет она растет, будоражит воображение своими возможностями и освещает мир мириадами звезд. Три звезды галактики IBM сияют ярче остальных. Звезда Z-990. Маленький гигант. Родилась в 2003 году и моментально стала лидером в таких функциональных областях, как виртуализация, автоматизация, масштабируемость, безопасность и надежность. Звезда позволяет совершать до 11 тысяч SSL транзакций в секунду благодаря процессорному многокристальному модулю на основе технологии кремнийной изоляторы, занимающим вдвое меньше места по сравнению с применяемыми ранее. Z-990 разрабатывалась с учетом максимальной защиты от вторжений в систему и считается одной из самых безопасных среди существующих в галактике. Звезда Z-10 — вечный двигатель, родилась в 2008 году. Новая архитектура и потрясающее энергосбережение вкупе с новыми четырехъядерными процессорами позволили звезде сиять практически в два раза ярче Z-990. Еще бы! Объем доступной основной памяти увеличен с 512 гигабайт до 1,5 терабайт. Количество процессоров с 64 до 77. Одна звезда Z10 заменяет собой 1500 серверов архитектуры X86, обеспечивает полный порядок в обработке данных, при этом позволяет снизить затраты на электроэнергию на 85%. К тому же, с ней доступно автоматизированное управление производительностью системы в интересах ответственных транзакций. Звезда ZEC-12 — молния. Родилась в 2012 году и стала самой яркой в истории галактики IBM. Самый быстрый в мире шестиядерный процессор и носители на SSD увеличили производительность до небывалых высот. С помощью только одной этой звезды оказалось возможным создать мультиплатформенный дата-центр с тысячами виртуальных машин Linux. В ZEC-12 впервые в обычных серверах IBM использовалась транзакционная память, которая раньше устанавливалась на суперкомпьютер IBM Blue Gene, который до сих пор остается самым мощным суперкомпьютером в мире. Z-990, Z-10, ZEC-12. В галактике IBM они до сих пор занимают достойное место. Но развитие идет вперед. И сегодня мы с вами наблюдаем рождение сверхновой звезды. Встречайте IBM Z-13. Мобильное солнце. Система Z-13 — результат пятилетней работы и инвестиций в размере 1 миллиарда долларов. Это открытая платформа, полностью поддерживаемая Linux, OpenStack и другими системами. Z-13 создана, чтобы стать путеводной звездой для компаний и организаций и помочь им справиться с возрастающим потоком мобильных транзакций, сделав их бесперебойными и максимально быстрыми. Благодаря тому, что память увеличена на 300%, пропускная способность на 100%, и система Z-13 обладает самым быстрым процессором в мире, новый мейнфрейм позволяет достичь наивысшей производительности. Время отклика при проведении транзакции — лишь миллисекунды. Только представьте, система способна обрабатывать 30 тысяч транзакций в секунду или 2,5 миллиарда транзакций в день. Но это еще не все возможности звезды Z-13. Z-13, без сомнений, на сегодняшний день самая яркая звезда в галактике IBM и идеальная облачная платформа, которая позволяет снизить затраты на программное обеспечение, электричество и технические средства. Z-13 заточена под потребности клиентов и включает все возможности, которые необходимы для удовлетворения современных требований. Присмотритесь внимательнее. Может быть, вашему бизнесу нужен свет именно этой звезды.